Сегодня состоялся очередной совет старейшин. Основной вопрос – подготовка к Дню шахтера. На заседании присутствовал и глава города Сергей Кислицын. Заседание Совета старейшин сегодня началось с торжественного момента. Представителям, ветеранам угольной отрасли вручили первые знаки «День шахтера», которые были специально разработаны и изготовлены для областного праздника. Чуть позже Совет старейшин заслушал отчет о работе Управления по развитию жилищно-коммунального хозяйства, о ходе работ к масштабному празднику.